Уважаемый зритель, для чего вы работаете и зарабатываете деньги? Казалось бы, ответ очевиден. Все мы хотим жить яркой и насыщенной жизнью, посвятить себя любимому делу, прилично зарабатывать, отдыхать, путешествовать, доставлять радость родным и близким, общаться с интересными людьми. Но мало кто задумывается, что для этого недостаточно быть успешным предпринимателем, бизнесменом, трейдером или инвестором. Вы можете обеспечить себе очень высокий уровень жизни, но сможете ли вы им насладиться? А ответ на этот вопрос не так очевиден. С вами в студии InfoDVD Михаил Зуев, и я здесь для того, чтобы сообщить вам важную вещь, которую сегодня пренебрегает абсолютное большинство людей. Это то, что качество и уровень жизни напрямую и всецело зависят от состояния здоровья. Проще говоря, полноценная и счастливая жизнь просто немыслима без крепкого здоровья. Сегодня, несмотря на развитую медицину, в мире большинство людей имеют те или иные проблемы с самочувствием. И ирония в том, что зачастую чем успешнее человек, бизнесмен, тем сильнее у него выражены эти проблемы, даже если он сам пока их не ощущает. А все потому, что современный малоподвижный образ жизни не проходит бесследно ни для кого. Вы можете сказать: хорошо, если поправлять здоровье, то с чего начать? Конечно, в организме нет второстепенных органов, но основа всего – это спина и позвоночник. Специалисты утверждают, что 25% всего населения планеты имеют проблемы со спиной. Фактически, это каждый четвертый человек из нас. И даже если эти проблемы не проявляются сейчас, то вполне вероятно, что они смогут возникнуть в будущем. Ведь до 90% всех младенцев во время родов подвергаются травматическому воздействию на позвоночник. Давайте вместе подумаем. Многие ли ни разу в жизни не чувствовали, что неудачно подвернулись или неловко подняли тяжелый груз? Вам доводилось в быту хвататься за тяжелый груз? Например, помочь приятелю перенести диван? Вы работаете в офисе? У вас дома есть компьютер. Сколько часов в сутки вы проводите за ним? Сколько времени вы проводите за рулем? А где вас чаще можно увидеть, на стадионе или на диване? Если хотя бы один из перечисленных пунктов соответствует реалиям вашей жизни в той или иной степени, то я рад представить вам новый видеокурс от издательства InfoDVD. «Здоровая спина за 30 дней. Как вылечить позвоночник без таблеток и операций». Данный продукт представляет собой продолжение курса Николая Высочанского «Йога для здоровья», который увидел свет 20 февраля 2012 года в издательстве InfoDVD. Видеокурс «Йога для здоровья» разошелся весьма крупным тиражом, и до сих пор этот продукт остается весьма востребованным. Методики из данного курса помогли сотням людей улучшить свое самочувствие и поправить здоровье. И теперь, спустя 6 месяцев, Николай совместно с издательством InfoDVD представляет свою новую разработку. Это курс «Здоровая спина за 30 дней». Это более 4,5 часов живого видео, общим объемом более 6,5 гигабайт. Материалы курса представляют собой пошаговые инструкции, не требуют специальной подготовки и содержат в себе уникальные авторские методики лечения и профилактики заболеваний спины. Узнать подробнее о курсе и ознакомиться с его содержанием вы можете уже прямо сейчас на официальном сайте spineyoga.infodvd.ru. Ну а теперь пара слов об авторе для тех, кто еще не знаком с Николаем Высочанским. Николай – настоящий мастер йоги с большой буквы, основатель образовательного центра комплексной йоги, психолог, философ, а главное – уважаемый и признанный эксперт. Его квалификация подтверждена многими сертификатами и дипломами. Он имеет и моральное, и юридическое право помогать людям на пути обретения здоровья. За советом к Николаю нередко обращаются врачи, и он с удовольствием помогает своим коллегам. Кроме того, жизненная история этого человека невероятно мотивирует и вдохновляет, помимо того, что она просто очень интересная. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с ней подробнее на официальном сайте проекта spineyoga.infodvd.ru.
Ну а теперь о том, когда и на каких условиях будет доступен курс «Здоровая спина за 30 дней». Итак, курс «Здоровая спина за 30 дней» поступил в продажу сегодня, 17 сентября, по цене в 1755 рублей. Однако уже завтра, 18 сентября, цена курса составит 1989 рублей. 19 сентября цена курса вновь повышается и составит уже 2106 рублей. Ну и наконец, 20 сентября курс будет доступен по своей рыночной цене в 2340 рублей. И данные цифры – это лучшее доказательство того, что стоимость нашего обучающего курса гораздо меньше стоимости услуг оздоровительных центров. И уж тем более цена курса «Здоровая спина за 30 дней» в десятки раз меньше стоимости лечения, которое неизбежно придется проходить, если не поддерживать спину и позвоночник в тонусе. В заключение сегодняшнего видео я призываю вас задуматься над следующими вопросами. Сколько стоит свобода движения? Как оценить жизнь без боли? Сколько вообще стоит здоровье? Эти понятия поистине бесценны. И каждому человеку знакомо выражение «лучше предотвратить, чем исправлять». Это всецело относится и к вашему бесценному здоровью. Именно поэтому я искренне надеюсь, что вы прислушаетесь к той информации, которую я сообщил вам сегодня в этом видео. Что ж, на этом я с вами прощаюсь. С вами был Михаил Зуев. Я желаю вам крепкого здоровья и до встречи в обучающем курсе «Здоровая спина за 30 дней».